Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировид. Меня зовут Виталий. Сегодня мы поиграем в игру Rake Monster Hunter. Это аналог игры Bigfoot Monster Hunter, ребят. То есть по типу то же самое, что и там, только другой монстр. Так, ну давайте сыграем сперва на уровне Normal. Посмотрим, что там да как выглядит сам монстр. Ну, картинка, я вижу, какая-то палатка. Похоже на фиг вам, ну... Скорее всего, у нас просто убрали хижину и, наверное, будем в палатке. Так, ну, кстати, темнее. Да, ребят, здесь уже кажется темнее, нежели было в хижине. Так, возьмем аптечку. Так, что у нас еще есть? Ага, есть мясо. Ну, в принципе, все то же самое, ребят, не знаю. По-моему, разработчики ничего особо не изменили. Так, да, хижину я уже вижу, что... Блин! Блин, ребят, вот это только что было сыкотно. Серьезно, сам себя напугал. Вот. Без Б. Надо поосторожнее быть с этой кнопочкой. Так, давайте поставим капканчики. Да, ребят, у нас тут хижина. Так, ну а во всем остальном осталось все так же самое, ребят, как и было. Не знаю. Могли бы, как по мне... Немножко что-то изменить, хотя бы местность, да? Я понимаю, что лесные хащи, это очень страшно, типа. Можно было какие-то горы придумать. Ну, ладно. Так, управление то же самое. Мне интересно посмотреть на самого Рейка. Насколько он устрашающе выглядит. Потому что на картинке это одно, а как он будет здесь себя развивать, это совсем другое. И выглядит, в принципе, в целом. Так, может подать сигнал, что я готов? Так, ну я никого не наблюдаю, да? Главное, чтобы не пришлось его очень долго ждать, ребят. Ненавижу долго ждать. С Бигфутычем мне как-то повезло. Он был настырным малым. Но мы его все-таки нашпиговали свинцом. И теперь я хочу нашпиговать свинцом и этого Рейка. Знаете, еще так устрашающе звучит Рейк. Чувствуете, а? Как дрожь проползла по вам, а? Кстати, ребят, записываю в кромешной темноте ночью, глубокой ночью. И это немножко ситуация все-таки нагнетает, знаете, такая вот то, что творится на экране. И каждое движение в игре тебе кажется уже этим монстром. Блин, тут я немножко неправильную позицию принял. Если он отсюда попытается на меня напасть, то я могу этого не углядеть. Блин, но сама идея игры, ребят, мне нравится. Еще бы улучшили все-таки чуть-чуть графику, да, ну прорисовку. Было бы вообще прикольно. И еще мне не нравится, как расположены кнопки. Их можно было чуть-чуть как-то вверх все перенести, да. Потому что, когда поворачиваешь, непроизвольно нажимаешь, что на камеру. Сколько раз у меня такое было, да? Нажимал на камеру, то на этот выстрел. Ну вот фонарик, да? Так, ребят, но звук остался тот же самый. Несмотря на то, что только что он произвел на меня все-таки эффект. Как-то сыкотно. Но остался тот же самый. Схалтурили, ребят. Могли как-то в наше время, знаете, сделать какой-то... Звук это не проблема, в принципе. Так, давайте я, наверное, отойду чуть-чуть сюда еще. Они вот так вот как-то все-таки схалтурили. Блин. О! Вижу живность. Не вижу живность. Так. Но это мелочь по сравнению с той добычей, которую я хочу себе завалить. Блин, ну где ты? Тебя тут как минимум 200 килограмм мяса ждет. Свинья. Стейки. Вот хрень непунктуальная, а? Знаете, вот с каждым поворотом экрана кажется, что сейчас гоп, и он здесь появится.
Блин, ну ненавижу вот это так долго ждать, но почему нельзя сделать так, как-то прорисовать программу, чтобы он быстрее нападал? Вот скажите мне, неужели это так сложно сделать? Нет, мы должны выходить полчаса искать. Так, хоть бы не нарваться на капканчик. Вы знаете, хотя на первых уровнях, ребят, как с Бифутычем, мне кажется, можно играть и без капкана. Его сила удара должна быть не сильно велика. И хпшки тоже немного. Поэтому я думаю, за пару заходов мы его должны свалить. Блин, реально, каждый шорох кажется, что это он. Блин, ну это вообще не круто, реально. Эх, что, пойти его найти, что ли, где-то? Так сейчас же он по-любому сразу же где-то появится и на меня нападет. Так, но Бигфуты на меня нападали постоянно сзади. Но сзади меня вода, поэтому, по идее, его там быть не должно. Окей. Смотрим. Так, а его нигде нету, ребят, да? По идее, мы его вроде как должны были спугнуть, да? Но я должен был посмотреть. Реально, я задолбался его ждать. Уже минут пять, да, мы с вами просто так разговариваем. Я разговариваю с экраном. Чувак. Так. Это уже было ближе. Это было очень и очень близко. О, еще один кабан. Отлично. Слушайте, я, короче, двух кабанов уже подстрелил. Кстати, а в Бигфуте, по-моему, не было кабанчиков. Там, по-моему, только олени бегали. Так можно целый час снимать, ей-богу. Так, а что у нас здесь? Блин, ну это капец какой-то. Шел в натуре пойти побегать, поискать его, что ли? Блин, ну мне хочется, чтобы он... Твою мать. Мне хочется, чтобы он в капкан попал, чтобы мы могли его рассмотреть, друзья. Потому что сейчас он, если налетит, я в него пару раз выстрелю, и он просто сбежит, и все. Мне бы не хотелось так быстро его отпускать. Я слишком долго его жду. Заразу эту! Знаете, была бы тут дубинка, я бы его с дубинкой искал бы. Вот серьезно. Уже злость пробирает. Тут его ждешь, чтобы подстрелить, а его нету и нету, блин. За такой надо дубинкой по голове. Одни све... О! Есть, есть! Опа! Иди сюда! Где? Фух! Так, поставим обратно. Так, ребят, хочу вам сказать, монстрик еще тот. Засранец. Вот сюда давайте поставим. Так, я видел, куда он пошел. Куда-то сюда, да, ребят? Так, давайте я вот сюда зайду. Ну, наконец-то он хотя бы появился, дал себе знать, что вот он, я есть. Кстати, а куда он исчез вообще? В воду он не мог побежать, правильно же?
кибитку нашу, ну, точнее, в палатке, я думаю, тоже. Да, тут его тоже нету. Так, давайте перезарядим. Отлично. Так, но мы его немножко покоцали. И это уже радует. Угу. Мне не нравится, как тут стоит один из капканов. Так, они как-то... Так, вот этот очень далеко стоит. Давайте я его, наверное, переставлю. Я его, наверное, переставлю куда-то... Вот сюда, отлично. Так, ну где ты, чувак? Я требую продолжения банкета. Ой, как задолбала меня эта кнопка. Как она меня задрала, реально. Она, честно, эта кнопка, вот этот выстрел меня больше пугает, чем сам Рейк. Вот серьезно. О! Фу, блядь! Сука! Извиняюсь! Падла! Сука! Сука! Сука, какой сигнал! Твою мать! Пипец! Фу, блин, ребят, что за нахрен, а? Я ж его почти завалил. Видели, какой он упертый? Это было нереально. Просто нереально.